Получать заветное свидетельство на улучшение жилищных условий Томиловы пришли полным составом. Даже совсем маленькая Даша должна запомнить этот исторический для семьи момент. Ютились в одной квартире с родителями, но теперь можно будет вздохнуть свободнее. От друзей узнали. Да, друзья наши уже получали здесь. Мы планируем купить квартиру в ипотеку. В 2010-м такую поддержку смогли оказать лишь 20 семьям, но в прошлом году число получателей соцвыплаты выросло в 6 раз. В 2012-м 126 молодых семей получили поддержку от 500 тысяч до 1 000 000 рублей на каждую. Это целенаправленный капитал, этот сертификат, это фактически денежная сумма, которая покрывает большую часть стоимости жилья. Я хочу, чтобы все знали, что есть механизм, который позволяет даже тем людям, которые только начинают свою жизнь фактически, начинают свою профессиональную деятельность, решать жилищные вопросы при помощи государства. Участником федеральной целевой программы «Жилище» может стать любая семья, которая соответствует определенным критериям. Супруги до 35 лет должны официально нуждаться в улучшении жилищных условий. Расчет должен производиться следующим образом. Берется вся площадь всех совместно зарегистрированных, жилая площадь, значит, там, где проживает молодая семья, складывается и делится на количество вот всех совместно проживающих. Если это число получается менее 11 квадратных метров, значит, потенциально семья является нуждающейся. Еще одним немаловажным фактором является доход семьи. Он должен быть достаточным для того, чтобы банк мог одобрить ипотечный кредит. Подать заявку на участие в программе, а также получить консультацию можно в городском департаменте управления имуществом. Павел Баймаков, Марина Матвейшина, Мурат Гасанов. ГИС-события.